Шустов Андрей Владимирович, доктор, детский хирург. Работаю в больнице поселка Светлый, Саратовская область. 2001 год. Прошло 10 лет, а я, честно говоря, так и не заметил, что я что-то изменилось. Я до сих пор себя ощущаю учеником, потому что я всю жизнь учусь. Учился сначала в институте, учился в ординатуре, вышел на работу, и здесь опять учусь. Очень много давали, ничего не прося взамен этого. И только потом я понял, что это большое счастье. Школа невелика сама по себе, но это скорее даже не недостаток, а достоинство. То, что все очень рядом, как бы коллектив не разобщен, а более сосредоточен в одном месте, позволяет как чувствовать себя как в семейном кругу, вот так вот.